Зато живет здесь человек-магнит, вокруг которого почти все пацаны местные крутятся. Работает он в одном из подвалов и живет работой этой. Сумасшедшая энергетика и тренерский дар. Андрей Маменков, основатель ринга, тогда, в далеком 1986 году, наверное, и не подозревал, что его любительская секция бокса станет одним из ведущих спортивных учреждений области. Большой тернистый путь с общественных начал до всесторонней поддержки и статуса школы Олимпийского резерва. Ринг – это целое спортивное явление. Эльвира Алиева 15 лет назад сюда привел старший брат. Спарринг-партнера не хватало. Ринг не отпускает до сих пор. За плечами мастера спорта победы на чемпионатах области. Боксировал на России. Это мой дом, можно сказать. Андрей Анатольевич мне как второй отец. Он меня воспитал как спортсмена, как человека, как семьянина. Ринг – это большая семья, где сейчас занимаются 1500 спортсменов, включая женщин и девушек. Школа подготовила 47 мастеров спорта России и 357 кандидатов в мастера спорта по боксу. Многие после завершения карьеры продолжают здесь работать тренерами. Ну, ты становишься отцом для многих ребят и девочек, поэтому ты не только своих детей воспитываешь, а воспитываешь уже, начинаешь уже молодое поколение. Поэтому гордаешь им дорогу в жизнь, направляешь на пути. Это наша самая любимая заслуга. С 2012 года ринг обрастает сетью отделений по всей области. Секции открываются в городах и районах. Областные власти оказывают школе всестороннюю поддержку в подготовке спортсменов и проведении соревнований. И хотелось бы слова благодарности выразить правительству Самарской области, Министерству спорта Самарской области, всем частным лицам, которые поддерживали развитие бокса на родной земле. Это дает возможность ребятам развиваться, повышать спортивное мастерство и прославлять свой родной край. В юбилейный год на достигнутом останавливаться не собираются. Школа планирует и дальше активно развиваться и завоевывать очередные победы на соревнованиях. Владимир Маркин, Сергей Павлов, Константин Макаревич. Новости губернии.